Всем привет! Все, наверное, уже заметили, что Владивостокский цирк затопило. Чему безмерно рады жители города? Что за вода такая особенная и что за магия происходит на представлениях цирка на воде, мы сейчас и узнаем. У нас в гостях сам руководитель программы «Шевченко шоу» и жонглер Константин Петюшов. Любая ли площадка подходит для того, чтобы осуществить представление на воде? Саму эту программу строили в таком спектре, чтобы она могла устанавливаться в любом цирке нашем российском, вообще на любой площадке, на любой ровной площадке, даже на улице. То есть здесь все настолько продумано, настолько все правильно сделано, потому что это уже пятая версия бассейна, и она для нас оказалась максимально удобна. То есть мы к этому пришли просто с опытом, вот с годами. Вы, по сути, возродили в России сам вот этот жанр водного цирка, да? Да. Но вы понимали, с чем придется столкнуться? Достаточно сложно. Ну, нет, конечно. И тот проект, который выпустился в 98 году, очень мало напоминает ту программу, которая есть сейчас. То есть в течение всех этих 20 лет программа развивалась, наращивала мощь, наращивала техническую базу, базу эффектов, и все, что связано с фонтанным оборудованием, все, что связано с новой музыкой, с постановками, с костюмами, с реквизитом, с техникой. Сейчас это уже водное шоу, которое реально не стыдно показывать. Сейчас будет сюжет на языке цирка, его можно назвать «Иллюзия». Кот превращается в тигра. Секрет фокуса раскроется на ваших глазах. С самого утра в студии идет настройка света и камер. Все должно быть идеально. Ведь звезды предстоящей съемки при своей мягкости умеют выпускать когти. Сегодня у нас происходит очень необычное событие. Привезли маленьких и больших животных для съемок в нашей студии. Слава богу, место у нас позволяет, и мы очень рады помогать людям воплощать свои самые безумные фантазии. По задумке творческой команды ОТВ «Прим», кот Рыжий должен превратиться в тигра. Для этого ему нужно пройти по заданной траектории и попасть в воображаемый экран. Реальным он станет благодаря графическому дизайнеру Виталию Вивалову. Хозяйка кота Яна Романюк сама не новичок в экране. Она каждый день оттуда вещает новости. Но за питомца волнительно. К первой серьезной роли дебютанта готовили всей семьей. Хотели его помыть, но что-то не получилось, он не хотел. Собрать на одной площадке такой разноликий звездный состав смогла режиссер Елена Лаврищева. Мы, когда начали работать над таким роликом, думали, что будет очень легко. Но оказалось, что работать с животными, тем более с такими, как тигр, и даже, может быть, с котом, гораздо сложнее, чем с людьми. За небольшой гонорар команда режиссера выполняется веселее. Свою короткую сцену усатый сыграл на одном дыхании. Ой, да это что-то вообще. У меня сейчас сердце бьется, у кота сердце бьется, глаза как две тарелки. Ну что, мы тигра увидели, живого, настоящего, даже за коленку нас прикусили. Это, конечно, шок и трепет. Ну и приятные впечатления от нашего кота. Он оказался артист вообще, каких поискать. Слушался, как собака практически. Сказано лежать, значит лежать. Сказано ходить, значит ходить. Молчим. Теперь очередь Алексы. Известная актриса входит в образ, вальяжно дожевывая тапочек. Алекса у нас привыкшая телезвезда. Примерно каждые 2 недели она у нас участвует в какой-либо фотосессии. Но любой человек может прийти в зоопарк в городе, пообщаться с ней лично, поиграть. Даже там она проявляет свои актерские качества, а именно позирует для фотографий, общается с людьми, то есть как со своими сородичами, можно так выразиться. 2 дальних родственника на одной площадке и целая бригада за кадром. Живые животные эмоции и компьютерная графика. Все, чтобы воплотить одну идею. В каждом доме, где телевизор показывает канал ОТВ «Прим», можно увидеть полную картину событий и стать хозяином ситуации. Как это делает Рыжий каждый день на ваших глазах. Красивый и блестящий. И всегда кажется, что артисты рождены на сцене. Раскройте нам секрет, как вы пришли в цирк.
Это страшная история. Ну, поскольку я сам бывший спортсмен, мастер спорта по спортивной гимнастике, нам еще тренер говорил, если будете плохо тренироваться, окажетесь в цирке. Вот, видимо, тренировались мы не так хорошо, что, собственно, ну, мы не жалеем. Таким образом, я оказался в цирке и начинал свою работу как гимнаст воздушного полета. Не так долго я полетал, скажем так, 4 года хватило для того, чтобы меня вернули на землю и дали вот такой проект. Автор этого проекта моя супруга Яна Шевченко. Костя, расскажи, а ты как пришел в цирк? Не помню. Совсем маленький был. Не, ну я пошел по династии, у меня и мама с цирка, отец с цирка. В этой программе я отработал 19 из 20 ее лет. То есть с самого начала я осваивал все разные цирковые жанры. Начал я с дрессировки собак. То есть вначале было 3 собачки, потом 6. Потом начал осваивать акробатику. У нас были акробаты с скакалками тогда еще. Начал жонглировать, потом воздух. Ну так все постепенно, клоунада. Твой рекорд. Сколько максимально предметов может быть одновременно в воздухе при жонглировании? Ну, у меня 10 рекорд. А в цирке зритель сможет увидеть, как я 7 с завязанными глазами. Тот момент, когда ощущение времени пропадает, это либо в цирке, либо в отпуске. Не будем спешить возвращаться в реальность. Hi guys, my name is Dima and I'm gonna show you my life here in SMNG. Alright? Let's go! Проснуться в другой части планеты и почувствовать себя своим. Это возможно, когда ты знаешь английский язык. Ну а самый интересный способ его изучения – путешествие. Заботливые родители уже выбирают направление на предстоящие летние каникулы. Сможет ли знаменитая английская деревня в Корее вместить всех желающих? Раскроем секрет. Их 2. Это деревня Паджу и деревня в Янгпьонг. Мы предлагаем программы на самолете 2 и 3 недели. Нашу группу сопровождает опытный руководитель. На борт приглашаются дети с 8 до 16 лет. Что особенно важно для первой самостоятельной поездки – хорошая компания, комфортные условия проживания и насыщенные занятиями и развлечениями дни. Детям просто некогда скучать. На территории деревни есть своя почта, больница, лаборатория и настоящая сцена. В каждом тематическом классе ребята, играя, узнают что-то новое. Дети погружаются в полную атмосферу английского языка, где преподаватели только носители языка. На выходные дети отправляются в парки аттракционов и аквапарки. Новая образовательная программа открывает детям солнечные Филиппины. Туристическая компания «Лагуна» стала официальным представителем Международной языковой академии на острове Себу, а значит, ребята из Приморья смогут серьезно повысить уровень знаний. А возможно, и подготовиться к серьезным экзаменам TOEFL, IELTS и Cambridge. I chose SMHG because level of teaching here is really high and professional, and also met a lot of friends from other countries. Теперь найти правильный путь или сделать заказ в кафе просто даже в англоязычной стране. Свободно разговаривать в игровых и реальных ситуациях дети учатся за 3 недели, столько длится смена на красивейшем острове. Первую половину дня дети учатся с профессиональными преподавателями, носителями языка. Вторая половина дня – развлекательная программа. На выходные дети выезжают на море и морские прогулки. Мягкий климат, лазурные волны, свежий морской воздух – вот что называется полным погружением в языковую среду и незабываемый отдых. Многие ждут с нетерпением начала пляжного сезона, а у моих гостей всегда с собой свой океан, иногда и какие-то тропические реки, Амазонии с крокодилами, да, в зависимости от ситуации. А в вашем бассейне какова температура воды и какова глубина? Это 5-я версия конструкции бассейна. Мы сейчас добились идеальной глубины, идеального объема воды, с которым мы можем работать. Значит, высота воды по зеркалу 1,35 м, в диаметре это 13 метров.
метров стандартного манежа, зеркала воды, и высота бассейна 1,50 м. Собственно, там помещается примерно около 200 тонн воды. Очень успешно можем работать с этой водой. Мы ее делаем из любой грязной воды, мы добиваемся чистой прозрачной воды, практически питьевой. Рабочая температура от 31 до 33 градусов. Костя, расскажи какие-нибудь свои случаи, связанные с водой. Тебя не обливали, не обрызгивали? Нет, я сам себя. Я работаю с собаками, и бывали случаи, то, что прямо перед выходом собака может упасть в воду в работе. Ну, то есть даже собаки к этому уже тоже относятся нормально. Цирковые люди суеверные. Вот сейчас мы это и попытаемся выяснить, так ли это на самом деле. Есть ли у вас какие-то приметы и негласные правила? В нашей программе не делаем упор там на какой-то прямо серьезный там смертельный трюк. То есть мы все-таки берем необычностью, красотой программы. Все равно получается, что есть случаи, когда даже на ровном месте связана работа вот с риском все-таки. И, конечно, есть какие-то там суеверия. Ну, это касалось в основном, когда я еще работал в воздушном полете. Обязательно мотаешь сначала левый бинт, потом правый. Чешки одеваешь сначала левый, потом правый. Вот, и нельзя сделать наоборот, потому что если вдруг как-то ты это сделал наоборот, потом ты начинаешь постоянно об этом думать. То есть, ну, не обязательно что-нибудь должно произойти там, или, ну, ты обязательно уже заряжен и думаешь, что вот здесь ты сделал что-то не так. Также вот и сейчас я работаю, когда с морскими львами, я делаю все по схеме. Надо делать всегда все одинаково. То есть, и уже как автомат идет. То есть обязательно нужно выйти там. Даже если ты причесан, надо все равно пойти посмотреть в зеркало. Вот, и, ну, вот есть такие варианты. То есть, это даже больше не суеверие, а система. То есть система, она должна быть. Тогда ты уверен, вроде ты как бы все делаешь, у тебя все руки помнят. И уже идешь на автомате. Когда ты сотни представлений уже отрабатываешь, делаешь одно и то же. Если что-то сделаешь не так, это уже, понятное дело, так морально сайт. Это не приметы, а больше такой настрой. Но у меня я обязательно должен выпить и глоток чая. И причем не своего. Руфат делает там чай. И вот когда бывает момент, я прибегаю, мне надо сделать глоток этого чая, а его там нету, начинаешь уже думать. Ну, это так, на подсознательном уровне реально думаешь, блин, что-то пойдет не так, я не выпил чай. Сейчас мы перенесемся на репетицию еще одного проекта, который подтверждает, что нет предела человеческим возможностям. Мальчик спит, как бы, и когда он просыпается, он видит на коленках у себя шлем. Он надевает и получает какую-то суперсилу. Суперспособности Сережи с каждой репетицией усиливаются. Выучить движение было несложно, ведь на сцене он не впервые. И спектакли, и танцы, и много чего. В проекте «Танцуют все дети» уже во второй раз предстанут маленькие артисты, способные летать, вопреки диагнозам. Нам очень повезло работать с такими детьми. Это особенная работа, и на самом деле эти дети гораздо более отзывчивы, более благодарны, что ли, за те действия, которые вот, ну, за вот эту нашу совместную работу. Постановщики уверены, номер Сережи сорвет овации. Так же, как выступление Артема Моисенко в проекте «Танцуют все» 2 года назад. В этом мероприятии «Танцуют все дети». Мы также участвовали с самого начала, представляли своих детишек, имеющих те или иные особенности развития. И очень нам нравилось, как они смогли себя показать. Вот. И в этом мюзикле, который называется «Танцуют все дети. Сны», мы также представляем 2 участников. Это девушка с нарушениями слуха и мальчик с формой ДЦП. Сны еще 2 детей стали явью. Организаторы уже несколько месяцев работают над тем, чтобы проект оправдал свое название. 2 и 3 июня танцевать будут все. 3 июня пройдет конкурс по спортивным танцам, такой международный танцевальный фестиваль, на который мы приглашаем танцевальные пары со всего края, и не только с края, но и с Азии. И также в рамках этого соревнования у нас введена категория «Инклюзивный танец». И как раз ребята будут не только дети, но и взрослые участвовать в этой прекрасной номинации. Танец объединяет. Главное – верить в свою суперсилу. Все классические жанры цирка представлены в вашем водном шоу. Но есть и совершенно оригинальные. Если учесть, что этой программе уже 20 лет, вы можете нам рассказать, что за эти 20 лет сохранилось неизменным, да, с самого начала, как возникла программа? А что
самое новое и свежее. Единственный номер, который остался с тех времен, это все-таки «Морские львы». Они с самого начала под моим руководством трудятся достаточно успешно. Неизменным вот с определенного времени стал нашей визитной карточкой. Это начало программы, вылет кораблям. Уже по этому номеру люди, которые нас ждут, которые за нами следят, которые приходят на все наши премьеры, могут точно для себя определить, что если корабль полетел, то это та программа, на которую мы ходили. Не скажешь, что он там прямо там суперсложный, но это номер пролога. А из свежих номеров вот Константин, они с напарником выпустили «Акробаты на мачте». Очень сложный номер, очень долго готовился. Но тут в чем сложность еще была заключалась в том, что это на воде. То есть там капля даже воды может оказаться фатальной. То есть там не будет сцепления, она резиновая идет. И резиновая, когда обувь даже, ну неважно, какая обувь, канифоль, там ничто не спасет. То есть ты просто сорвешься. То есть тоже приходилось искать новые решения, потому что поскольку вокруг вода. Все, что они, мне кажется, вложили годами в этот номер, зритель отдает мне с каждого спектакля с лихвой. Ну, то есть это один из самых вот таких номеров, который зал принимает прямо на разрыв. Еще один очень эффектный номер в колбе. Как вы вообще придумали поместить людей? У нас коллектив всегда старался что-то новое принести, какое-нибудь новшество. Тяжелые трюки надо делать с легкостью, потому что если зритель будет смотреть, как кто-то там пыжится, потеет, это будет неинтересно. А вот с легкостью выполнять, чтобы все думали, о, как это классно, легко так, под музыку. Вот что важно еще под музыку все делать, вот тогда именно задевает сердца зрителя. Там тоже у этой колбы определенная история есть, потому что ее когда привезли, никто не понимал, что с этим всем делать. Ее поставили в углу, долго ходили на нее, смотрели. Ну, Костик с партнершей, тогда еще с партнершей, теперь уже с женой, там кое-как начали в ней там что-то производить. Потом появилась идея поднять ее в воздух. Появились другие нюансы. Должны теперь ребята из нее не выпасть, не пострадать. Один раз было из-за того, что у нас сбился фонтан, с купола дождь, и начал поливать вот ровно, как по закону подлости, ровно прямо в центр этой колбы. И ребята вдвоем там мокрые, колба с нее течет, они проскальзывают, показывает, все, мы закончили. Невозможно. Ничего себе, то есть скользкое, я пытался, но там, несмотря, там смысла нет рисковать жизнью, там на шею падать. Поэтому пришлось номер остановить, красиво закончить. О романтике, которая витает в воздухе, вопреки всем законам природы, мы продолжим говорить в следующем сюжете. Для особенного события нужно выбрать правильное время. 1907 год в молодом, модном, кипящем событиями Владивостоке для этого подходит идеально. Здание, выстроенное купцом первой гильдии Михаилом Шевелевым на Центральной улице, хранит черты прекрасной эпохи. Теперь здесь ресторация, названная именем основателя. Этот вечер тоже наверняка будет вписан в историю молодой пары. Шеф сервиса Владимир Глухов следит, чтобы все было на высоте. Свечи, благородный фарфор и отражение взглядов в бокалах. Блюда для романтического ужина весьма изысканы. Традиции русской кухни и новаторство в меню воплощает бренд-шеф Ирина Ерош. С недавних пор в ресторации появился аквариум с живыми морепродуктами. Что же выбрали влюбленные? Классику. Каре ягненка и филе утки в ягодном соусе. Обслуживание незаметно для гостей, как и подобает в подобных случаях. Впрочем, молодые люди и так растворены друг в друге. Мелодия трогает сердца. Мастерство талантливого музыканта Евгения Семененко сегодня служит любви. Живое исполнение известных артистов города украшает вечера, за что и выбирают ресторацию Шевелева для красивых свиданий. Самый важный момент не требует лишних слов. Предложение руки и сердца и долгожданное «да». Свадьбу своей мечты они наверняка сыграют здесь же. Для больших торжеств достаточно места, но главное – волшебная атмосфера. Ведь это место, где исполняются желания. Как бриллиант на кольце начинает загораться огнями город. Так приятно вместе любоваться им с балкона и смотреть в будущее. Во Владивостоке давно не было цирка на воде. Все очень ждали.
И, к счастью, так получилось, что теперь уже в новом красивом здании цирка мы вас и встречаем. В принципе, я считаю, что это единственный цирк, который с мега правильным залом, то есть где правильно стоит манеж по отношению к зрительному залу, да, откуда все зрители видят все, что происходит практически лицом. Конечно, руководство края, все строители, которые здесь вот, вложили свой труд, понимаю, там, какое количество денег. Все сделано просто шикарно. Там низкий поклон, то есть очень приятно работать. И приятно, что зрители нас ждали. Мы привезли их, не обманули, красивый спектакль. Вот, и все вместе это создает прямо вот, прям вообще, наконец-то дождались. Спасибо вам большое, что привезли в наш город такой фееричный праздник. И приезжайте чаще. Мы согласны ехать куда угодно, где нас ждут. Мы всегда ждем. Приезжайте обязательно. До встречи в большом городе. Наши партнеры – студия «Арте» и проект «Танцуют все. Дети». Ресторация «Шевелева», улица Светланская, 44, телефон 279-55-77. Туристическая компания «Лагуна», улица Светланская, 56, офис 20. Ресторан «Китайские истории».